Всем привет, дорогие друзья. Город Киров, Кировская область, производственная 24Б, автосалон Джили. Посмотрим цены на август месяц, середина. Итак, погнали, не переключаемся. Рассмотрим Коурей в красном цвете и в таком бирюзовом цвете, флагшип спорту. 2 миллиона 850 будет этот автомобиль, именно этот. По комплектации 1.5 турбо, передний привод, 7-ступенчатый робот, 150 лошадок, дорожный просвет 180. Давайте рассмотрим. Комплектация отличается: крыша черная и зеркала с повторителем в карбоне. Здесь в цвет идут. Разница по деньгам: на 70 тысяч дешевле будет флагшип просто. Автомобиль оцинкованный кузов, за 5 лет гарантии, нареканий нету. LED оптика идет, дисковые тормоза на 18, также бесключевой доступ, кожаное сиденье с вентиляцией, 3 положения переключения, монитор, 6 подушек безопасности. 2 миллиона 850. Здесь уже 4 выхлопа идет. Камеры на 360 градусов. Партроники тоже в круг. Коврики, дополнительное оборудование. Здесь под мелочь кейс и шумоизоляция какая-никакая. Вон, видите. И стоит докатка. Автомобили уже проданы под клиента. Давайте посмотрим. Также 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал, также 6 регулировок положения водителя, мультируль. Верх мягкий, пластмассой не пахнет, ничего. Давайте посмотрим следующий автомобиль. Джили Тугела, тестовый автомобиль, на номерах, стоит в таком сером цвете. Цена 4 миллиона 373 900, дополнительное оборудование, защита картера 12400 и сигнализация 13400. Мощность, давайте посмотрим, 238 лошадок, максимальная скорость 210, двигатель 2-литровый. Автомобиль закрытый, за 4 мультика. 22 года автомобиль. И последний автомобиль вот на подиуме стоит, новый от Тугела, тоже закрытый автомобиль. Сейчас цену посмотрим. Литье такое красивое, резина Гудридж. И цена, комплектация флагшип спорт, все автомобили уже забронированы. 4 миллиона с половиной, округлим, 2-литровый, мощность 238, скорость 210 максимальная. Всем пока, дорогие друзья. Кому понравились ценнички на Джили, ставим палец вверх, подписываемся. Всем пока-пока, до сентября.